Российский писатель Захар Прилепин высказался о поездке певца-шамана в Донбасс. Своей реакцией на выступление артиста писатель поделился в телеграм-канале. Популярный музыкант-шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске 14 и 15 января. Певец признался, что выступления в ДНР и ЛНР вызвали у него очень сильные эмоции. Одно дело следить за теленовостями, а другое – самому петь во Дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы артиллерийских обстрелов, рассказал артист. Писатель Захар Прилепин одной фразой «Ну дай бог» отреагировал на первую поездку шамана в зону спецоперации. «Если народу нужен шаман, пусть у народа будет и шаман», – добавил публицист. Ранее певец-шаман рассказал журналистам, что планирует снова вернуться в Донбасс с концертами.